Нашел сегодня. Всем привет, дорогие друзья. У нас в Полевском. Почему премиум, непонятно. Как бы название коньяка одинаковое. Стоят на а производители разные. И это получается третий производитель. Ну, как бы 10 лет. Тут такая коробка интересная. Поэт Ашук. Песник, музыкант. Все про него. Так, открывается. Ну просто пришлось. Не пришлось, а все-таки было попробовать. Такой эксклюзивный. Десяточка. Так, как бы все как говорится. Да, премия произведена в Армении. Так, 10 лет при соблюдении. Вот Агварди Гину Коньяки Гарцаран, Республика Армения. Вот еще Саятнова. Все то же самое. Это Ереванский конечный дом. Тут тоже конечный дом. А по цвету не знаю, отличается этот. Видите какой? Потемней. Вот. Почему разные производители? Непонятно. Сейчас посмотрим. Так, пока положу. Оператора нет, подставки нет. Всякие там люди недовольные пишут. Какой-то обзорщик. А я не обзорщик алкоголя. Нашел, купил, показал. Кому интересно. Посмотрели, увидели, купили. Все. Пускай стоит. О, тут и пробочка другая. Так. Не упал. Открывается. Так себе, как говорится. Да, и тут все равно не цветная этикетка. Типа премиум, премиум. Да вообще. Мне кажется, даже если это не то, почему такая дешевая пробка, смотрите-ка? Нет, по запаху тут, конечно, без вариантов. Ну, такой темненький. Закрывается вообще легко. Это прям не очень, не очень, не очень. А будем сравнивать вот с Дагестаном 13. Тоже, блин, почему ром так другие напитки хорошо закрываются и открываются? По цвету, да, Саятнова намного.
темней. О, такой мощный запах, даже очень мощный запах. А чем пахнет? Чем-то пахнет, да? Типа какого-то шоколада. Блин, эти лужи, да вообще. Что тут мешкать надо? Пить, пробовать. Да, это да, такой терпкий, не спиртуозный. Да, это. Вот чем пахнет? Вот, я не знаю, вот. Да, но он ванилью не пахнет после, как выветривается бокала, так? Это не шоколад, это вот такой дуб с чем-то. Нет. Немножко ваниль есть. Так что, ну вот как вот насчет Дагестана. Лучше ли он? Или хотя бы квинт 10 лет? Тоже шикарнейший коньяк. Со скидкой 850 рублей. Этот без скидки 650 рублей. Совсем другой запах. КС. КС, значит, больше 10 лет. Он отличается от других коньяков, Дагестан 13. Саятнава немного похож. Да, пьется он даже мягче. Но не оба мягкие. В принципе, да. Штатив, штатив. Еще и монтаж, чтобы было зажигательным. Круто. Да, вот она. Виноград какой-то. Да, все-таки виноград. Да, вот сейчас ванилька пошла. Подышал. Да, более терпкий, древесный. Как бы. Ну, по вкусу вот так вот кого пьется. Получается, все-таки Дагестан получше, да. Ну, смотрите, это просто, да, прекрасно. Прекрасные напитки. Пятилетка тоже. Это, ну, вот насчет квинта я не сравнивал, как бы. А так. Саятнава. Армянский коньяк. КС. И виноград тот же самый. Конечно, 10 лет, не менее 5 лет, выдержанная питьевая мочёная вода.
изготовлена на основе сложного купажа высококачественных коньячных дистиллятов. Минимальный возраст 10 лет, выдержанные в дубовых бочках. Дистилляты коньячные не менее 10 лет выдержки. Сахарный коля простой один. В два раза старше и в два раза лучше. Ну, не в два, можно сказать, но раза лучше должен быть. Ну, да, короче, замечательно. Это можно брать. Этот немного как бы средний сегмент. Пускай стоит. Так вот, ставьте лайки, подписывайтесь. Да, конечно. Вот сколько уже Дагестан стоит? Почти неделю. Чуть-чуть от него отпитан. Цвет Навай еще вчера пил. Пятилетку. Вот почему-то 10 лет, да. Ну тут такое более глянцевое, да. 10 лет. КС. Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Без сомнения. А вот так вот для удовольствия пропустить грамм 70-80, ну соточку. Самое то. Всем пока. До новых встреч. С каждым днем все будет. Жизнь все прекраснее и прекраснее. Ну, с алкоголем, конечно, прекраснее. И без алкоголя она будет гораздо прекраснее. Просто алкоголь после уставшего рабочего дня или там похода куда-нибудь. Выпить немножко, закусить в хорошей компании. Самое то. Да, Дагестан, ну, сейчас не кажется сладким. Да. Да, это розлива. А, вот она, внизу. А там... Да, тут была вот тут на бутылке, 20 апреля. Десятое января. Ну все, всем пока, ставьте лайки, до новых встреч.